Привет-привет! 3 июня, воскресенье. Сегодня ровно 3 недели, как мы отправились в наше странствие из Алматы. Ровно прошел 21 день, как раз в воскресенье мы вылетели, сегодня воскресенье. Как вы видели, мы оказались на каком-то религиозном празднике, шествии, причастии, потому что детишки одеты в белое, ну, здесь это традиционно. И сегодня мы в городе Авилес. Город 80 тысяч населения и считается, наверное, в Астурии городом с наиболее сохранившимся старым центром, старым городом. Вот мы сейчас как раз в центре города, это площадь Испании. Отсюда началось шествие, которое вы видели. Ну, с сегодняшнего дня мы наконец-то вернулись на тропу Святого Якова. Камино дель Норте наш продолжится вот отсюда. Слава Богу, мы все себя чувствуем хорошо. Все были проблемы наши решены. И даже наконец-то прошел отек лица от аллергии. Завтра мы с самого раннего утра выходим. А сегодня, сейчас середина дня, 2 часа дня. Ну, наша задача погулять по городу, осмотреть достопримечательности. Мы хотим пройти через парк, посмотреть здесь собор, который построен в неоготическом стиле, посмотреть магазины, ну и пройтись по его улочкам. Этим мы сегодня и займемся. Думаю, что будет интересно. Пойдемте. Городской парк Феррера. Мы пришли оттуда, из исторической части города. И у меня за спиной уже новый город. Обыкновенные дома, очень похожи на наши панельки. Ну, испанцы были бы не испанцами, если бы в непосредственной близости от своих историко-культурных и архитектурных достопримечательностей не поставили бы какую-нибудь странную штуку. Вроде бетонной башни до неба или что-то подобного. Но парк классный, большой, очень много свободного места и газон, видимо, в хорошую погоду они здесь проводят время, пикники, загорают. О, вот он выход, сейчас мы туда мы выйдем, в этот выход. А вот именно то, о чем я говорил. Вот они, дома, где живут люди в огромном количестве, и улица уходит туда, до горизонта. А вот здесь, буквально через дорогу, старая часть города. Ну, наиболее сохранившиеся в Астурии. И люди отдыхают. Вот там веселье, танцы, музыка. И ребята наливают сидр. Кстати, первенство в производстве сидра и в его придумывании оспаривают между собой как раз Астурия и страна басков. Ну, если в стране басков я не особо видел эти их сидрерии, то здесь они на каждом шагу, на каждом углу. Вы о чем? О моей кепке. Мне кажется, на нее смотрят.
Да, они на нас вообще смотрят, мы же туристы, на нас просто написано. Понаехали. У них здесь городской праздник, размеренная жизнь. И тут мы вторгаемся со своими фотоаппаратами, камерами, ходим что-то, все смотрим. Как будто что-то новое тут у них увидели. Заставляем их оборачиваться, смотреть. Вот ты домик фотографируешь, половина площади повернулась смотреть, что там за дом, может быть, новый какой-то поставили. Будут отремонтировать наконец-то этот говно. Почему я распутила? Подошли к главному храму города. Храм святого Томаса, если я правильно его называю. Построенный в неоготическом стиле. Огромный. Две красивые остроконечные башни. Они действительно красивые. Налево я вижу колокольню, а вот на правой колокольню я не вижу. Да, потому что там ее просто нет. Вот он, весь и целиком, во всей своей красе. Сейчас мы попробуем зайти в него, если это, конечно, не стоит 4 или 7 евро, как обычно, по заведенной ранее традиции, и поставить печати в нашей креденциале. Надеюсь, что это будет успешно, иначе придется искать информационный туристический центр для всего этого. Ну, либо еще какой-либо церкви поставить печати. А вот сейчас Татьяна проверит, сможем ли мы провернуть эту операцию. Ну что, Тань? Хода нет. А справа, слева двери. А что на стойке информации написано? Информационной доске. Сегодня она работает в час. С часу до 7. Или это не работает сейчас? Я не знаю. Возможно, есть какой-то другой вход. Пойдем попробуем обойти. Вот так надо с той стороны обойти и вернуться обратно. Ну, главный вход закрыт. О, какие скульптуры. Там, наверное, внутри тоже должно быть все красиво. Плотно пообедали рядом с собором. Продолжаем нашу прогулку и пытаемся найти место, где бы мы могли поставить печати в нашей креденциале. Но есть такое сомнение, что все, церкви на сегодня отработали, храмы тоже. И нам придется, наверное, воспользоваться одним из баров, в котором мы можем это сделать. Ну ладно, пока гуляем, в общем-то, это не особо беспокоит. А вот здесь такое классное место, вот я иду уже некоторое время, но еще идти, здесь целая улица, тротуар под такой крышей, чтобы люди не мокли под дождем, выйдя у себя из дома и идя в магазин, чтобы не вымокли насквозь. Сверху над головой, конечно же, балконы. Так прям целая длинная улица. Очень здорово придумано, учитывая их погоду. Потому что, ну, где-то я услышал, что отличный город, вот Астурия, вот эта вот часть, и порт, и город, где мы были вчера, Овьедо. Все отлично, все красиво, кроме погоды. Погода отвратительная. Ну, такое бывает. Вот сейчас я повернусь в обратную сторону. Вот видно, какая галерея.
Вот она вся тянется. Прямо вот так вот вдоль улицы. И вот с этой стороны то же самое. Что вы нашли? Какой-то исторический фонтан? Только без воды. Только без воды. Это сухой фонтан. Это сейчас модно. Только ребята это использовали до того, как это стало мейнстримом. О, машина! Воскресенье! Что у нас будет вот здесь справа? Слушайте, все туда идут со знанием дела. Или это вход в парк? А, точно. Мы можем пройти через парк и выйти. А, он уже ушел. Ну ладно. Выйти к гостинице? Да. Мы снова в том же парке, гуляли, и вот пришли к пруду. Здесь куча живности, уточки, рыбки, чайки и как они, и голуби. Но самое интересное, здесь опасные гуси, к ним страшно близко подходить, но мы их так посмотрим издалека. Ну и не такие же они и страшные, что вы меня пугали. А? Нет. Ну-ка, хватит наускивать гусей. Ну и вот, пожалуй, главная достопримечательность Авилеса – это францисканская церковь 13 века, старейшее здание города. Достраивалось оно также еще в 13 веке, построено в 13 веке, достраивалось в 15 веке и в 18 веке. Ну, что сказать. Еще одна средневековая церковь на нашем пути. Вот там, кстати, был значок камина. В ней, что примечательно, находится могила Педро Менендеса, насколько я правильно произношу его имя и фамилию. Это известный испанский мореплаватель, которым они гордятся, который основал самый первый город в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь у него могила. Внутри вроде бы как снимать не запрещено, но сейчас там идет служба, и как-то это не очень удобно. Думали, что здесь мы сможем поставить печать о своей креденциале, но боюсь, что нет. Боюсь, что ничего не выйдет. Обойдем ее немножко с той стороны. Ну да, вот эта сторона выглядит явно новее.
Очень жаль, что у них нельзя поставить креденциали в любой церкви. Ну, тут что скажешь. Будем искать какой-нибудь кабак, где мы сможем это сделать. Да, впечатляющее сооружение. Вот таким получился наш день в астурийском городе Авилесе, городе, сохранившем свой исторический облик наиболее целостно. Ну, на сегодня все. Я вот хотел выйти поснимать ночные улицы, но, к сожалению, идет приличный дождь, поэтому съемка, как вы понимаете, отменяется. Ничего страшного, будет новый день. Смотрите завтра продолжение. Мы, так как мы вышли на Камино дель Норте, вернулись. Завтра отправляемся с самого раннего утра. Думаю, что будет интересно. Пока-пока. Следующая часть нашей рубрики об экипировке и снаряжении, которая пригодилась нам или не пригодилась на пути Святого Якова, который мы проделали, пройдя северным маршрутом. И в продолжении темы об электронике, наверное, хочется поговорить немного о навигации в походе. Навигация – вещь важная. Конечно, это Европа, это прекрасно размеченные тропы, это прекрасные тропы, и, конечно же, это указатели, знакомые всем идущим по пути Святого Якова. Но, вы знаете, в некоторых местах бывает затруднительно найти путь, потому что бывает просто неочевидно. Для этого мы пользовались простыми средствами. То есть у нас была навигация, доступная онлайн. Это очень знаменитый сервис. И сервис не менее знаменитый – навигация офлайн. Мы закачали себе карты на планшеты и телефоны и пользовались им в дороге. Конечно, с телефоном очень удобно. То есть его достал, посмотрел, ага, определился. Ну, плюс ко всему прочему, мы проложили заранее треки маршрутов. Возможно, я в будущем постараюсь их как-то сгруппировать в одну кучу и выложить. Вот, очень нам помогли ребята, которые проделали огромную работу и записали треки до нас, проходя тем или иным маршрутом, и просто выложив их в интернете. Ну, в общем-то, карты – штука важная, поэтому, думаю, не будет лишним, если вы установите себе приложение, скачаете карты, позволяющие вам в офлайн режиме получить навигацию. Ну, конечно, не супер точную, но смартфон все-таки довольно точен, и вы не останетесь посреди, грубо говоря, развилки, да, не зная, в какую, в левую или в правую сторону пойти. Это что касается офлайн-сервисов. Что касается онлайн-сервисов, тоже вещь важная, но требует подключения к интернету. Но я все-таки думаю, обязательно необходимо иметь связь, если вы в незнакомой стране, и уж тем более где-то находитесь на туристическом маршруте, на туристическом пути, где ваше взаимодействие с местным населением может быть затруднено, как, например, в Бискайских горах. Поэтому мы обеспечили себе связь и использование онлайн-сервиса. Этим онлайн-сервисом вы можете узнать, где находится ближайшая остановка, да, где находится кафетерий или источник воды. Ну, то есть огромное количество вещей. И если, например, вам стало тяжело идти, как можно сократить маршрут? То есть не идти по тропе через горы, а воспользоваться, например, дорогой общего пользования. Ну, что тоже очень важно и, я думаю, может пригодиться в будущем. Помимо навигации, помимо всего этого, помимо карт, как бы не потеряться, всем очень интересно, сколько же километров в день проходит. На различных форумах этому посвящены просто отдельные темы. Какое количество шагов, какой километраж, набор высоты, сброс высоты, профиль рельефа. Ну, все это... Все это людям интересно, все это им важно. Для этого мы пользовались
таким профессиональным GPS-трекером, который был у моего отца. Я сейчас его не могу продемонстрировать. Ну, сами понимаете, это самостоятельное устройство с дисплеем, с зашитыми туда картами, с навигацией, которая позволяет записать все путевые точки и сделать это, ну, просто на высочайшем уровне. А помимо всего этого, я пользуюсь своими часами, в которых точно так же встроена навигация GPS и GLONASS, вот от одной известной марки, что точно так же фиксирует очень точно и очень качественно все ваши передвижения. И можно потом посмотреть в специальном приложении, синхронизироваться с облаком, которое предоставляется, ну и выгрузить треки. Ну, конечно, можно делать все то же самое и телефоном. Есть множество приложений, но мне кажется, алгоритмы этих приложений еще нуждаются в доработке. И испытав некоторые, мне кажется, что они довольно прилично врут. То есть, например, если вы где-то останавливаетесь, они не всегда могут адекватно оценить то, что вы находитесь в состоянии остановки или стоянки или привала, а продолжать считать ваше передвижение. И их точность не является какой-то гарантированной производителем ни, наверное, ни смартфона, ни человека, который создал это приложение. И он может давать довольно большой разброс. То есть 20 метров в одну сторону, 30 метров туда. И все это безостановочно, без учета того, что на самом деле вы находитесь в состоянии отдыха. То есть это надо останавливать, потом запускать снова. Ну и здесь тогда теряются такие данные, сколько вы находились времени в движении, сколько вы времени находились на отдыхе. Ну, вот. Нам это было важно и интересно, поэтому мы пользовались действительно специальными средствами, но это уже, наверное, с точки зрения прохождения и преодоления маршрута, лишнее средство только для энтузиастов вроде нас. Ну, наверное, навигация – это все. Такие короткие и простые рекомендации. Более подробно, я думаю, вы тоже сможете узнать, какими приложениями пользоваться, какие лучше, какие хуже. На этом у меня все. Используйте только хороший, качественный лицензионный софт. На этом все. Пока-пока.